старость назад. Можно ли повернуть старость назад? Сколько умов думали об этом? Мы определяем по лицу, сколько лет прожил человек. Поправка может быть 2-3 года, но есть уникальные женщины, которые выглядят на 10-15 лет моложе без дорогущих операций по пластике. Одна из таких моложавых красавиц раскрыла секрет эликсира молодости. Она утверждает, что после того, как начала им пользоваться, улучшилось зрение с минус 3 до минус 1, кожа стала гладкой на всем теле, а волосы стали гуще. И что самое удивительное, начавшаяся пробиваться седина пропала. Рецепт омоложения организма. 4 пятых стакана льняного масла, 4 лимона размером с крупное яйцо, 3 головки чеснока такого же размера, 1 кг меда, измельчить на мясорубке очищенный чеснок, 2 лимона с кожурой и 2 без. Эту массу смешать с маслом и медом и хранить смесь в плотно закрытой стеклянной банке в холодильнике. Есть по 1 столовой ложке 3 раза в день за полчаса до еды. Принимать это чудо-смесь постоянно, делая перерывы между приемами 1 неделю. Неудивительно, что такая смесь помогает. Льняное масло – растительный гормон, растворяет холестериновые бляшки, чистит вместе с лимоном желчные протоки печени. А ведь печень – наш главный генератор молодости. Витамин С из лимона – прекрасный антиоксидант, усилитель иммунитета, укрепляет стенки сосудов. Чеснок чистит сосуды, ну а мед доносит по этим сосудам питание, микроэлементы, которые восстанавливают и омолаживают организм. Понравилось видео? Ставьте лайк и подписывайтесь. Нам будет очень приятно. До встречи в следующих видео!